Представители Одинцовской городской прокуратуры приняли участие в заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции на территории муниципалитета. Обсуждалась проблема, возникшая в округе. Председатели местных некоммерческих объединений стали получать неправомерные предложения неизвестных лиц о проведении санобработки территорий дезинфицирующими средствами, якобы в рамках профилактики коронавирусной инфекции. Кроме того, злоумышленники пытались незаконно использовать персональные данные граждан. По указанным фактам проводится процессуальная проверка силами полиции.